Привет, привет, с вами Татьяна. Ну что, сегодня 3 июня. Пытаюсь посадить уже второй день кусты роста. Вот опять сегодня посадила. Вчера ливень сильный был. Сначала была жара невыносимая. Пока с собакой погуляла. Пока в теплице там подобрял. Ну, в общем, так делами по мелочи занималась. Вот сегодня посадила 5 роз. Дикуся захотела домой, замерзла. Вот сейчас дома отогреваемся, очень холодно. Первого числа я посадить не успела. Ну, тоже надо и собаке внимание уделять. Тоже с ней гулять, заниматься. Ну, в общем, такие вот дела. Вот 5 розочек посадила. Уже не убираю ничего. Ни тачку, ни лопату. Все оставляю около дома, чтобы когда дождик заканчивался, приходить, ну, выходить что-то делать. Сейчас и сама замерзла. Тут вот ямку закопалась из-под форзицы. Вот сажаю розы достаточно часто, чтобы можно было их под дуги потом накрывать укрывным материалом. Вот, и больше я их по отдельности рассаживать не буду. Все будет в одну полосу, вот здесь, вот около дома, чтобы можно было их качественно укрыть. Вот, в общем, такие вот у нас дела. Сегодня подкормила огурцы с помидорами, вот, с перцами, с арбузами, бродиловкой. Вот, ну, пропасынковала, ну, так по мелочи. Очень холодно на улице. В общем, вот такие у нас дела. Ну, это на этом видео все. Пока-пока.